Ребята, всем привет! Мы на канале Farnax Film, и сегодня мы открываем наш весенний, летний барбекю сезон. Готовить мы сегодня будем вот такую классику жанра. Свиная шея с овощами гриль. Поможет в этом вот такой красавчик НМК дачный. Я думаю, что как раз сегодня погода способствует тому, что он пройдет по полной свой тест-драйв. Вот, ну а пока мы приступим. Поехали! Итак, прямо сейчас мы займемся подготовкой мяса, маринад. Пойдем по классике жанра, не будем выдумывать с пивом, кефиром, минералкой и прочим вариациями. Сегодня у нас все пойдет по классике. Это будет лук, соль и перец. Так, сейчас хорошенечко отжимаем лук. Отжимаем потому, что действительно тогда уже выделяется луковый сок. От того, что лук полежит просто так с мясом, толку будет мало. Возьмем масло. Совершенно немного, для того, чтобы у нас закрепились приправки и соль. Взял протестировать сегодня вот такую чили-соль. Добавим остринки. Что так, переложили шейку, перемешали с луком. И отправляем мариноваться ровно на 1 час. Итак, чтобы сейчас у нас небесная канцелярия не залила наши угли, мы закрываем крышку, даем полную тягу, открываем зольники и ждем, когда мангал прогреется и весь уголечек у нас разгорится. А пока мы перейдем к овощам. Веточки розмарина для ароматики. Прошло буквально 15 минут, а у нас уже температура показывает 200 градусов внутри. Как видите, уголь у нас не погас, не намок, не затух. Дождем его не залило. Здесь мы будем делать зону для непрямого жара. Ну что, подготовим еще одну маленькую хитрость, так, чтобы ароматика стейка раскрылась во всей своей красе, мы приготовим сливочное масло с розмарином и тимьяном. Так, мелко порубили розмарин, тимьян. Крупные веточки можем убрать. Ну что, вот так замешали сейчас маслечко с травками и отправляем это все в холодильник. Итак, перед тем, как мы выкладываем мясо на решетку, очистим его от лука, чтобы он у нас не горел. Момент истины, мы заряжаем мясо на решетку. Слав, ты слышишь эту песню? У нас прошло примерно 8 минут. Вот, мы запечатали наши стейки. А, вот она, корочка. Получается фирменная. Перевернем овощи. И уже будем отправлять стейки в зону непрямого жара. Так, сейчас тот самый момент, когда будем сверху на наши стейки выкладывать кусочек масла. Закрываем. Так, давай посмотрим, что у нас там внутри происходит. Так, серединка фактически уже готова. Немного еще, буквально пару-тройку минут. Потому что это как раз та история, когда нет нескольких степеней прожарки, как у говядины. Свинину нужно готовить полностью. Итак, мангал. На самом деле, мангал барбекю будет идеальным решением как для приготовления достаточно быстрых блюд, это пожарить стейки из рыбы, либо классический шашлык. Также сюда отлично
встанет история с более долгим процессом. Это копчение, это запекание больших кусков мяса. Что касаемо эргономики самого мангала, мой рост 1,72 м, и мне действительно сегодня комфортно за ним готовить. Я не стою в позе пьющего оленя, постоянно не проверяю, что и как у меня там происходит. И я считаю, это отличное решение для компании на 5-6 человек. Можно готовить быстро, долго, проводить различные эксперименты с приготовлением, с мясом, с овощами, с рыбой. Как считаю лично, идеальное сочетание цены и качества, поэтому, друзья мои, обратите внимание. Дачный. Мы готовы подавать основное блюдо сегодняшнего дня. Свиная шея с овощами и гриль. Ура! Так, вот такой сочнейший кусок. Дымный. Вот она, идеальная готовность. Вот такой розово-серый оттенок. Есть в этом моменте что-то первобытное. Друзья, прямо сейчас по ту сторону экрана очень много голодных людей. Это наша съемочная группа. Ребята, спасибо, что выдержали этот момент. Мы отправляемся поглощать наш сегодняшний деликатес. Ну, а ждем ваших подписок на нашем канале, ваших комментариев. Открываем вместе барбекю-сезон. Барбекю-сезон вместе с Фарнакс должен быть ярким, сочным, мощным и невероятно ароматным. Поэтому до встречи в наших следующих выпусках. Следите за нами. Приходите к нам, и я даю 100% гарантию. Лето будет, будет вкусно, будет Фарнакс.